Как выучиться с помощью интернета всего в два шага? Выключаем интернет, идем учиться. Логично. Привет студентам! И студенточкам! В эфире Alma Mater. И мы, Денис Абуховский. И Лена Хроменкова. В этом выпуске вы увидите. Приложите пропуск. Первый в регионе электронный вахтер заработал в одной из могилевских школ. Давайте познакомимся. Конкурс среди первокурсников состоялся в МГУ имени Кулешова. Подробности далее в программе. Цимбалистка, дирижер, любимица студентов. С преподавателем могилевского филиала Белорусской академии музыки познакомимся через пару минут. В 45-й школе Могилева уроки теперь не то, что не прогуляешь. Опаздывать нельзя. Здесь заработала первая в области контрольно-пропускная система. Каждому ученику выдали пластиковые карточки. Это своеобразное удостоверение личности учащегося. Правда, главное, говорят, в школе это даже не дисциплина, а безопасность, ребят. Теперь не только учителя, но и родители будут знать, во сколько ты пришел или ушел со школы. Как? Расскажет Кристина Каранкевич. Один клик, и ты в школе. Система контрольного пропуска зафиксировала время, когда ты пришел на занятия. Благодаря 4 точкам электронной системы, 2 в гардеробе и 2 у парадного входа, толпы в холле нет. Зачем вот штрих-код нужно приложить? Угу. И она пройдет. Должна, по крайней мере. Правда, и спешить здесь тоже не нужно, пока система работает в тестовом режиме. Пауза небольшая. Торопиться она срабатывает через паузу от одного до другого посетителя примерно в пределах 1,5 секунды. Угу. То есть не надо спешить, надо один прошел, через долю секунды следующий можно заходить. Ну, все дети в школу попадут однозначно. Конечно, даже тот, кто забыл карточки, а такое может вполне произойти, ребенок – это ребенок, он все равно в школу заходит, просто идет в этом случае его отдельная регистрация. В школе 2000 детей, за всеми не уследишь, говорит вахтер Мария Ивановна. А благодаря такой умной системе из-под ее зоркого ока еще никто не ускользал. Все под счет, все на занятиях, а у кого нет пропуска – под запись. Определенный ученик зашел. Вот на его фотография сразу вырисовывается время, когда он пришел, когда он вышел, когда все. Вот можно уже сейчас это проследить, проконтролировать, если он на уроках он находится, или в учебное время, или в неурочное время. Следующий этап проекта – это оповещение родителей или законных представителей ребят об уходе либо приходе их в школу путем электронного сообщения либо СМС-оповещения. Кстати, база электронных адресов родителей уже практически создана, и дети такое нововведение поддерживают. Как тебе вот такая новая система с карточкой? Она очень-очень нравится, и она стимулирует нас не опаздывать в школу, не забывать вещи. Она как бы защищает нас, чтобы не проходили чужие в школу. Слушай, а если карточка потеряется? Не знаю. Как ты в школу попадешь? Позвоню маме. Скажу, что карточку потеряла. Классно, позвоню. Где ты карточку хранишь свою? Я в кармане или в кошельке, чтобы надежно было. Такие именные карточки получили и учителя, и их нахождение в школе тоже фиксируется. К тому же электронный пропуск в школу – это еще и платежная карточка. По ней уже можно расплатиться за вкусняшку в магазине. А в недалеком будущем можно будет оплатить и обед в столовой, и платное посещение бассейна в школе. Первокурсников всегда видно, они бегают по коридорам в судорожных поисках своей аудитории и содрогаются, услышав слово «коллоквиум», а уж каким трепетом они ждут своего боевого крещения первой сессии. И, конечно, для первокурсников очень важно запомниться и проявить себя. В МГУ имени Кулешова каждый год проходит конкурс «Давайте познакомимся». Там студенты впервые показывают свои таланты. Это своего рода презентация новичков. На что способен набор 2016, расскажет Миша Серков. Новые лица и новые таланты раскроются сегодня в МГУ имени Кулешова. Для первокурсников это звездный час и время заявить о себе. Так давайте познакомимся. Ежегодный конкурс с таким названием стартует с минуты на минуту. Конкурс первокурсников в нынешнем году проходит уже 18-й раз. Для первокурсников 7 факультетов это шанс проявить себя и показать свои таланты. Поддержка у ребят мощная, студенты, преподаватели и даже выпускники. К дебюту на университетской сцене участники готовились целых 2 месяца.
конкурс пользуется большой популярностью у первокурсников, конечно, и не только у первокурсников. Билеты стараемся раздавать только первокурсникам, но и очень много хотят попасть и старшекурсников на этот конкурс. За кулисами ускоренным темпом идет подготовка. Все репетируют, волнуются, секретов не раскрывают. А что это за факультет? Педагогики и психологии детства! Самый женский факультет педагогики и психологии детства. У девчонок эмоции зашкаливают. Какие по счету? Первые. А, вот оно. Знаете, кто обычно первый выступает? Самое лучшее. Да. Первое и последнее. Ну, первое, надо, чтобы вы зажгли. Наш факультет для каждого яркий пример. Если не веришь нам, то просто приди и проверь. Мы как семья и крепче вам не найти. Хотя у каждого здесь свои иные пути. Первая визитка запомнилась жюри больше всех. И победу в номинации «Университет глазами первокурсника» одержала команда историко-филологического факультета. Вот историки, а вот филологи. Наш факультет. Песни и танцы, сценки про КВН, веселые видео об университете. Ставить номера помогали, кстати, старшекурсники. Что написано в билете? Спить бачелья. Исполняйте. Время проявить таланты. Первокурсники сели на сцене, как настоящие звезды. Артистичность, харизма, энергия выложились на все 100. Но сильнее всех оказались представители факультета физического воспитания. А вот почему. Веселый шляпник Свизо был уверен, что их выступление понравится жюри. Образ типа «Алиса в стране чудес», а я в роли шляпника. Интересно. Вроде похож. В победе уверены? В тройке так точно. Первокурсники сегодня удивили. Группа поддержки сорвали голоса. Жюри в замешательстве. Через минуту будет ясно, какой факультет сегодня займет первое место. Победителями конкурса давайте познакомимся. Стали первокурсники факультета математики и естествознания, которые своим творческим, динамичным, драйвовым запалом не оставили ни тени сомнений, кто сегодня был лучше. За цимбалами она уже 23 года, с профессией определилась еще будучи первоклашкой. Сейчас Наталья Малькевич – магистрант, аспирант, преподаватель по классу цимбалы и дирижирования Могилевского филиала Белорусской академии музыки. Она уверяет, цимбалы – универсальный инструмент, на котором можно сыграть любую музыку от барокко до джаза. На знакомство с Натальей Малькевич отправилась наша корреспондент Лена Соловьева. Еще недавно Наталья Малькевич сама стучала молоточками по натянутым струнам и слушала наставления педагогов. Теперь уже Наталья Александровна учит студентов мастерству игры на цимбалах в Могилевском филиале Белорусской государственной академии музыки. Наталья, ну а все-таки каково это сначала вот поучиться в академии, а потом прийти в родной альма-матер в качестве педагога? Сложно и страшно, на самом деле. Потому что понимаешь, ну, какая на тебе ответственность, это и продолжить школу, и дело твоего учителя, и твоих педагогов, которые теперь стали вдруг твоими коллегами. Ответственность перед, наверное, перед, лично перед собой, потому что ну, это глобальный поворот в жизни, когда тебе предлагают работу в высшем учебном заведении. Студенты Наталью Александровну любят, ведь она не только педагог, но и хороший друг. Можно обсудить стилистику произведения, можно обменяться рецептами пирога. Мы все дружим, хотя у нас женский коллектив. Но нам это удается. А Наталья Александровна, она как свет. Вот понимаете, вот это свет, который приходит и становится и светло, и тепло. Они могут прийти ко мне домой и поздравить с днем хороших дел. Или просто зайти в гости. Или замечательно, мы устраиваем иногда вечера, у нас берем гитару, какое-нибудь небольшое чаепитие, да, и ну, просто разговариваем о жизни, поем песни. Сегодня цимбалы – это не только музыкальный инструмент, рассчитанный на народную музыку.
Они звучат органично и в произведениях эпохи барокко, и в джазе. Могилевская школа игры на цимбалах пользуется авторитетом и в Беларуси, и за рубежом. Потому многие стремятся сюда за знаниями и техникой. Сама Наталья Малькевич приехала в Могилев из Молодечна. Современные студенты, они как-то отличаются от тех, какими были вы? Мы им каждый день говорит, вот мы такими не были. Хотя, кажется, у нас, ну сколько у нас между моими старшими студентами? Лет 5 разницы, не больше, даже может быть меньше. Двигаться вперед и никогда не останавливаться. Так можно определить профессиональное кредо нашей героини. С детства Наталья Малькевич много концертирует, участвует и побеждает в республиканских и международных конкурсах. Отучилась в магистратуре, окончила аспирантуру. Еще будучи студенткой, кроме цимбал, Наталья научилась играть на других музыкальных инструментах – домре, альт и клавишных гуслях. Вот. Давайте до мажорчик. Давайте до мажорчик. Да? Все. И по всему диапазону. Вот, вот так. Да. Да. Все, у нас уже в городе 4 гуслярши. По синему-синему морю. А у школьников золотая пора. Осенние каникулы. Вот уже неделю во всех школах области работают развлекательные площадки. Какие секции выбирают ребята и какие варианты подготовили для них педагоги, узнала Веста Смирнова. На осенних каникулах у школьников просто нет времени на безделье. Выставки, театры и музеи в рамках школьных лагерей для ребят организуют поездки по всей Беларуси. Помимо этого, ребята смогут выехать, организованные экскурсии, посетить музей Великой Отечественной войны, организованные экскурсии в музеи и театры Минска, Гомеля, Бобруйска. В школах работает больше 200 оздоровительных лагерей, в которых отдыхают более 7 тысяч детей. Для них проводятся брейн-ринги, КВН и, конечно, мероприятия, где учат навыкам безопасного поведения. Я пойду в школьный лагерь, у нас очень интересно, там мы всегда ходим в кинотеатре, в музей, гуляем, ну, экскурсии по городу, всегда играем в классах. Интересно, нравится тебе, да? Да, очень. Мне, конечно, больше нравится быть вожатой. С детками занимаемся, тоже им помогаем. И, допустим, вот кто хочет стать учителем, то это великолепная практика. Я очень люблю фотографировать и буду ходить на кружок «Объектив», который создан для талантливых детей, которые будут учиться фотографировать. Интересную программу подготовили и в библиотеке имени Карла Маркса. Здесь распланирован каждый день. В этом году у нас программа называется «Зачитательная каникула». Наверное, самое яркое наше мероприятие посвящено домашним животным. Называется «Живой журнал. Тайная жизнь домашних животных». Вот. Мы подобрали всю самую интересную материалы, в том числе и мультики, и какую-то развлекательную программу, посвященную домашним животным. Это и 38 попугаев, посвященные любимчикам, это птицам. Вот. Чип и Дейл, посвященные домашним грызунам. Надо сказать, что у нас в библиотеке живет мышка, которую зовут Ириска. Вот. Так что она будет главной героиней нашего мероприятия. А еще здесь организуют просмотр мультиков, игры и даже мастер-класс по изготовлению открыток своими руками. В рамках экологического пикника и школы юного натуралиста школьники выйдут на природу. Все, чтобы вернуться к учебе, зарядившись новыми впечатлениями. А на этом все. Ждем вас в Альма-Матер каждые 2 недели. Включайте «Беларусь-4» Могилев и, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Следующий выпуск мы посвятим Белорусско-российскому университету, который отметит свое 55-летие. Будет интересно. Увидимся. Пока-пока. Как выучиться с помощью интернета всего в 2 шага? Очень просто. Включаем интернет. Выключаем, конечно, интернет, выключаем. Конечно. Итальянец в русский день. Ля-ля-ля-ля-ля. Боже мой. Еще узкие. Можно еще раз? Мне нравится все записывать.